Всем привет! Сразу перейду к делу. 27 октября мы объявили о конкурсе. Главным призом является вот этот мяч, который держит Слава. Вот, сейчас мы будем его разыгрывать. Каким образом? Так, давайте почитаем условия. Ты должен стоять в группе АФЛ, ты являешься участником предстоящего чемпионата. Ты должен сделать репост конкурса себе на стену. Так, запись должна быть закреплена до 19 ноября. Так, что мы делаем? Мы заходим в программу «Розыгрыши призов» называется. Каждый может себе закачать. Тут приложение помогает проводить розыгрыши призов в группах администраторам групп. Так, что мы теперь делаем? Берем ссылку нашего конкурса для того, чтобы понять, сколько человек поделилось с этой записью. Так, скопировали, нажимаем «Поделившись с друзьями». Так, нажимаем кнопку «Далее». Сейчас мы выявим, сколько у нас было участников в этом конкурсе. Число участников 44. Так, надеюсь, они все играют в нашей лиге. Что теперь делаем? Мы выбираем победителя. Случайным образом программа нам выдаст его. Нажимаем. Так, победителем стал Алмаз Хасанов. Посмотрим условия. Так, условия были, чтобы он сохранил себе на стену этот пост. Алмаз Хасанов, идем вниз и смотрим. Так, все у него находится как нужно. Запись должна быть закреплена до 19 ноября. Все верно, все правильно. Поздравляем Алмаза Хасанова с победой. Это видео будет выложено буквально через минут 10. Всем спасибо, пока.